Ну все, Нюр, дальше нельзя. Воинская честь. Писать будешь? Полевая почта 32572. Запомнила? 32572. Ну чего молчишь-то? Ты барышень своих целовать не будешь? Да нет у меня барышень, говорил я тебе. Говорил, у шоферов в каждой деревне барышни. Дура ты, дура. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Нашла место. Ну, прощай. Пиши! Я тоже буду писать! Ушла ПРБ. Да, ни коня, ни воза. Погнали за девками. Да помолчи уж. Все ему не так. Das ist hier mal auf dieser scheiß Karte überhaupt nicht drauf. Ja, die Karte sind nicht drauf gemacht. Und das heißt, hier steht, das ist unwichtig. Bitte, fahren Sie hin und gucken Sie, was drin ist. Schnell. Огородников, Лыков, Факулин, к тому выходу, занять оборону! Фридрих, guck mal rein, ob da noch Russen drin sind. Vielleicht können wir auch was zu fressen rausholen. Weißt du, was ich mal wieder möchte? So, im richtigen Federbett schlafen, weißt du, so schön weich wie zu Hause. Du Spinner. Und am Dach, da schlafen doch bloß die Offiziere. Na Mann, was willst du denn? Die Offiziere, klar, bloß wer macht den Krieg? Das sind wir. Uns steht das auch mal wieder zu. Ich möchte auch mal wieder in dem Bett schlafen. Weißt du, gestern habe ich einen Brief von zu Hause gekriegt. Und, was schreiben Sie aus der Heimat? Ja, schreiben, alles war in Ordnung. Aber er weiß nicht, was ist. Ja, weiß das. Die Offiziere machen sowieso alle Briefe auf. Friedrich! Hey, Friedrich! Du Mann, irgendwas stinkt mir da. Komm mir schon mal nach. Friedrich, kennst du, Mann? Сволочь.
Сейчас, Ваня, сейчас. Сейчас я у старшины пакет возьму. Ага. Давай, старшина! Давай! Рядовой Огородников. Долго будем лежать. Сейчас, Ваня, сейчас. Госпиталь далеко? В школе был, сейчас не знаю. Почему не знаете? Так ушли сегодня наши. Черт. Ну, давай. Так. Вот. Потерпи, Вань, потерпи. Ваша фамилия? Киев. Кто еще в доме? Никого. Только мы с женой и вот детишки. Сам почему не в армии? Освобожден по болезни. Хромой я. Раненый пускай пока полежит у вас. Мы скоро вернемся, заберем. Накормите его. Угу. А как пройти к школе, где был госпиталь? Посмотрим, может, там еще кто остался. Как со двора выйдете, сразу налево. И первые улицы тоже налево. Mm-hmm. А там найдете. Ясно. Пошли. Не миновать мне штрафной рот. В чем твоя вина? Потерял людей, значит, виноват. Ладно, пошли. Где-нибудь мобилизуем подводу для Вакулина и будем догонять своих. Здравствуйте. Здравствуйте. Тут у нас вот какое дело. Товарищ у нас раненый. А нам надо догонять своих. У кого можно найти подводу? Не знаю. Лошадей ведь всех мобилизовали.
Может, вы зайдете, я вас покормлю? Да некогда нам рассиживаться. Да я быстро. Ну, спасибо. Садитесь. Спасибо. Школы нет, а заниматься нужно. Это уж обязательно. Образование оно требует системы. У моих детей точно такой карандаш был. И промокашка. Вот так чернилами пахло. Есть у тебя еще такая? Есть, новая. Новую ты себе оставь, а эту мне отдай, а? Берите. Спасибо. Зачем она тебе? Ребятами пахнет. Детишкам расстрел, укрывательство. Тут, товарищи мои. Да где же их искать? Ушли. Трудно тебе, а все-таки шанс. Спасешься. Я тебя за дами к реке выведу. Она тут мелкая. Вброд перейдешь и сразу в лес. Сам-то идти можешь? Могу, могу. Ну, с Богом. Вам на чердаке спрятаться. Или в подполе под кухню. Он сухой. Куда зады выходят? На соседнюю улицу. Пошли. Ой, Господи. За мной. Kann ich noch mal ein richtig schönes Glas Milch trinken? Ich brauche ein Stück Brot. Warte mal, ich glaube, ich habe noch Brot. Ich habe wohl auch noch ein bisschen Speck. Ich muss meinen Sack noch. Auch ein bisschen fest essen sollen. Ja, hier. Ich gebe dir Feuer. Hallo, ist da jemand? Ja, mal sehen, vielleicht können wir da gut übernachten. Ja, los, Schiss haben wir nicht, wir gehen mal rein. Da, ey, hallo? Fritz, ist jemand drin? Fritz? Jemand drin? Nein, kommt rein. Haben Sie gut. Die deutsche Kommandantur gibt bekannt. Erstens, wer unrechtmäßig Waffen besitzt, wird sofort erschossen.
доходит до сведения всех жителей города Калифорния, что за хранение оружия виновные будут немедленно расстреляны. Wer Angehörige der Roten Armee zweitens versteckt, wird ebenfalls erschossen. Gleichfalls seine Familienangehörigen. За укрывательство солдат Красной Армии виновные и члены их семей будут немедленно расстреляны. Wer Lebensmittel der Deutschen Armee vorenthält, wird auch erschossen. За укрывательство продуктов от Германской Армии виновные будут немедленно расстреляны. Ногу будто задело. Неловок ты, отец. Немец ловок. Кость цела. Капельное дело. Oh, entschuldigen Sie, Oberstleutnant. Nicht so schlimm, Sie waren doch schon da. Dass die Decke richtig sauber wird. Лежи, не двигайся. Ночью уйдем. Машину угнать. Стукнешь дверцей, услышат. Один. В плен захотелось. С этой ногой я тебе буду в тягость. Пережду. Долго ли они здесь будут? Не могу я тебя оставить. Отвечаю я за тебя, и так всех людей растерял. Ты молодой, здоровый. Тебе есть надо. А у нас полбуханки на двоих. Надолго ли хватит? На, ешь. Понятливый ты. Я не о себе, я о тебе. Ты за меня не думай. Я тебе обязан думать. Уйдем вместе. Вместе так
вместе. Лезь в сено. Рисковый ты парень. Да. Хватится пакет, искать будут. Ага. Ты думаешь, немец дурак? Сам доложит, что потерял пакет. Запрет где-нибудь. Будут искать. Вон ищем отстреливаться. Дойдет до крайности, выйдем на улицу. Закидаем их гранатами. Чего молчишь? Зачем говорить? Услышат. Боишься? Чего бояться? Верти, не верти, а придется померти. Все прибаутничаешь. А нужно задачу решать, как уйти отсюда. Ну ничего. Через пару дней рану твою затянет. Уйдем. Да лес тут недалеко. Лошадей не видать. Зачем тебе лошади? За сеном сюда полезут. Нет лошадей. Танковая часть. Тогда порядок.
сегодня ночью будем уходить. Добежишь до леса? Добежать не добегу. Дойти дойду. Только не пройти нам. Лежать надо, терпеть. И долго? Пока штаб не уйдет. А если не уйдет? Эмит сутками ходит. Значит, не развертывает офицерскую столовую. Не собирается долго задерживаться. Стратег. Этот штаб уйдет, другой придет. Комендатура останется, полицай. Уходить надо, пока силы есть. Все, решено. Как только стемнеет, уйду за Вакулиным, выведу его на зады, потом вернусь за тобой и уйдем. Лесом будем пробираться к своим. Alles absitzen! Ausschwärmen! Mann, du, ich sag dir, letztes Jahr hatte ich in Hamburg ein Mädchen bei. Die war feurig. Da weiß man, was man hat. Ich trinke lieber das helle Bier. Hat man keinen Kater am Morgen. Sag mal, wie heißt eigentlich dieses russische Teufelszeug? Ach, der russische Schnaps. Aufmachen! Öffnen! Da ist es besetzt. Hier wird fehlt die Krause. Ach, wer ist das schon? Feldwebel. Dann aufmachen! Aufmachen. Gleich eins in die Fresse, wenn ihr nicht Ruhe gibt. Öffnen! Иван, где? Иван? Солдат ваш. Ушел. Ушел солдат. Вы мне правду говорите. Не бойтесь. Правду говорю. Как немцы вошли, так он и ушел. К своим, говорит, буду пробираться. Я его за дами к реке вывел. Он в лес и ушел. Den anderen nach, zügig! Geladen, Papa! Schneller! Schneller!
Tempo, Tempo, versteht ihr nicht? Dabei! Bewegung, Bewegung! Platz, Platz, vorwärts! Und du auch? Komm rein, wenn du nicht packst. Ihr sollt den anderen nachlaufen, zügig! Nicht so lahm, ihr Bolschewisten Schweine, vorwärts! Vorwärts! Ich hoffe, wirklich eine schlechte Aktion. Ich bin halt nicht, weil ich muss noch oben auf meine Maschine festgehen. Weil das Ding ist ja schon wieder so lang. Jetzt müssen wir den Arzt bei dir drinnen. Ich suche Verbindung zu kriegen und eine Seite. Ich habe auch schon das Gespräch. Schön. Dann wird das so machen, wenn ich keine Arzt bei dir spiele. Heimaturlaub. Vorwärts, schneller ranbleiben. Auf Schritt, wieso? Ihr sollt hier nicht so lang machen. Pflege, Mensch. Ganz ehrlich, ich wünsche mir dann, wenn der Magazin einmal geht. Vorwärts, Aufklappe gelernt, vorwärts, vorwärts. Wollen Sie zusammen bleiben, Bewegung, Mensch. Guck doch mal den an, du. Die SS, die müssen aber auch total blind sein. Das kann doch nicht mal. Sie sind gefangen und dann lassen sie noch welche hinterherlaufen. Vor allen Dingen sind die ja noch so gut und laufen selber freiwillig hinterher. Hey, wenn sie gefangen gemacht haben, haben wir sie erschossen und nicht einfach laufen lassen, so wie SS. Die müssen nicht blind sein. Das kann nicht wahr sein. Oh. Und der mit einer Seelenruhe läuft der hinterher, das kann nicht sein. Keine Ordnung mehr. Wirklich wahr. Sowas ist ja Lieder. Schauen Sie, Schulze. Ich meine, die SS hat ihre Gefangenen im Griff. Tja, mein lieber von Bützow, Sturmstaffel des Führers. Keine Ordnung, keine Ordnung. Es kommt davon, keine Zucht mehr von der Kaserne. Ivan, komm mal her! Ivan, hörst du nicht? Her, komm! Wir sammeln! Warum hat die vorhin das Schwein keiner umgelegt? Mein Arm! Alles los! Rüber zum Sandfeld! Noch links! Auf den Zug, aufschütteln!